Вся правда о воде. Everybody on the top got the same sound. Everything I'm about to drop, make a name now. Yeah, y'all don't really know, y'all don't really know. Y'all don't really know. Многие люди недооценивают важность потребления воды. Во многом из-за недостатка информации на данную тему. Человеческий мозг на 95% состоит из воды. Кровь на 82% состоит из воды. Легкие 90%. Вода – один из важнейших источников для здоровья, роста и развития. Недостаток воды в организме ведет к хронической усталости, в то время как насыщение водой имеет огромное количество преимуществ и благотворно влияет на всю работу организма в целом. Обильное потребление воды уменьшает количество морщин и предотвращает их приобретение гораздо лучше, чем любой дорогой крем. Вода укрепляет зубы и кости, более здоровые суставы, улучшает память. Вода помогает желудку переваривать пищу, усваивать полезные вещества и минералы. Особенно это важно для бодибилдеров, так как они потребляют огромное количество пищи, в том числе витаминов и минеральных веществ, и теряют огромное количество воды во время тренировок. Уменьшает усталость в организме. Everybody on the top got the same sound. Everything I'm about to drop, make a name now. Yeah, y'all don't really know, y'all don't really know. Y'all don't really know. Если спортсмен не употребляет достаточное количество воды, ему тяжелее выкладываться по полной в спортзале и показывать хорошие результаты на тренировке. Вода натурально уменьшает аппетит и увеличивает способность организма перерабатывать накопившийся жир. Исследования показали, что недостаток воды приводит к новым жировым накоплениям, в то время как достаточное насыщение водой, наоборот, способствует перерабатыванию лишнего жира в энергию. Когда мы не пьем достаточное количество воды, наш организм начинает работать в так называемом режиме сбережения, пытаясь сохранить любую каплю воды. Однако, когда мы потребляем больше воды, чем нужно, организм начинает стремительно от нее избавляться, заодно вымывая ненужные соли. Вода нужна для снабжения наших мышц всеми полезными веществами и минералами. Вода способствует формированию протеина и гликогена. Очень важно употреблять большое количество воды для того, чтобы показать наилучшие результаты на тренировке. Так как наши мышцы состоят в основном из воды, недостаток воды препятствует правильному сокращению мышц, что приводит к ухудшению мышечного тонуса, в то время как достаточное насыщение водой предотвращает судороги. Многие люди недооценивают важность воды при физических нагрузках. Недостаток воды приводит к снижению энергии, судорогам, слабости, усталости, снижению выносливости. Употребление кофеина, алкоголя, натуральные мочегонные, стресс, жаркая погода, повышенная физическая активность, когда нужно увеличить потребление воды. Во время строгих диет, сушки, при поглощении большого количества еды, повышенное потребление витаминов, минералов, соли. Очень важно выпивать от 400 мл воды сразу после пробуждения. Это первое, что вы должны сделать, как проснулись. Пейте воду холодной. Холодная вода быстрее усваивается и способствует сжиганию калорий. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. Всем мир! Lost me, do not cross me, I keep dropping all these hits and I know that they watching, they keep showing up in my place, always knocking, knock knock bitch, I've been standing right here, been over 3 years and then you just got